Привет, Библия! Тема – молитва, которой учил Иисус. Текст Евангелия от Матфея, глава 6, стих 5. В Евангелии от Матфея записана сцена проповеди Иисуса многим людям на горе. После проповеди о милостыне, посте и молитве Иисус сказал о молитве Господней. Молитва Господня – это молитва, которую мы все вместе читаем во время богослужения. Эта молитва начинается с «Отче наш, сущий на небесах». Мы называем эту молитву «Молитва Господня», потому что эту молитву учил Господь Иисус. В то время иудеи считали, что для благочестивой жизни важны три вещи – милостыня, пост и молитва. Эти три заповеди не записаны в 10 заповедях, но люди долгое время считали их необходимыми для лучшей жизни веры. Однако со временем евреи использовали милостыню, пост и молитву как средство для того, что оценивали веру других. Поэтому некоторые евреи соблюдали это правило, надеясь, что другие их одобрят. Они помогали бедным публично и во время поста посыпали голову пеплом, ходили босиком и хвастались, что они постятся. Кроме того, они долго молились вслух перед другими. Иисус, хорошо знавший все это, учил своих учеников молитве, чтобы они могли вести праведную жизнь веры. Молитва Господня начинается словами «Отче наш, сущий на небесах». Это означает, что когда мы молимся, мы должны помнить, что молимся Богу, сотворившего небо и землю. Иисус сказал своим ученикам, что молитва не для хвастовства перед другими, а для встречи с Богом, который восседает на небесах. Далее молитва Господня продолжается так. «Да святится имя Твое». Это значит, что молитесь не за свое имя и свою честь, а за славу Божью. Поэтому Иисус говорит нам, заходить в комнату, когда мы молимся. Даже если мы молимся вместе, где никто не видит, Бог слышит наши молитвы и исполняет свою волю на земле. Иисус сказал нам, не надо молиться безумно. Иисус сказал нам, что когда мы молимся, нам надо думать о том, кто вокруг нас нуждается в еде, кто обидел нас и кого мы должны простить. Таким образом, молитва направлена к Богу, и она заключается в том, чтобы оглянуться на себя и окружающих нас людей. Во время молитвы думали ли вы об этом? Как мне молиться? Какими словами молиться? Вам трудно долго молиться сложными словами, как это делают взрослые. Даже молиться может быть неловко для вас. Сегодня мы научились молиться. Когда молиться трудно. Это молитва Господня. Молитву «Отче наш» читайте вслух с искренним сердцем, как будто беседуете с Богом, который сотворил небо и землю. Тогда Бог поможет вам осознать, что вам нужно, и что вы сделали неправильно, и кого вам нужно простить.